парке имени Халилова в честь завершения священного месяца Рамадан на мемориале труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, был установлен полумесяц. Отметим, что сам памятник был установлен в 2021 году в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Задумка установить полумесяц была изначально, но по техническим причинам не удалось осуществить. И в завершении священного месяца Рамадан полумесяц установили на мемориале на куполе памятника. Полумесяц установлен в связи с тем, что Дагестан – это регион, где преобладает большое количество мусульман. По словам директора Краеведческого музея города Каспийска Сабины Тагировой, подобные часовни возводятся по всей России, но с православными крестами. Отметим, что данный мемориал единственный в Дагестане и является 14-м по счету во всей стране. Он был установлен именно в Каспийске указом главы республики.